Город Кобург, расположенный в историческом регионе Верхняя Франкония на севере Баварии, известен с XI века, но громко заговорили о нем лишь в XVI веке, когда к власти здесь пришла ветвь саксонской династии Витина. Благодаря династическим бракам правители крохотного государства породнились с самыми могущественными европейскими монархами, включая российских царей, и стали основателями правящих династий Великобритании – Виндзоры и Вельхи. В Кобурге часто останавливались прямые родственники герцогов Саксен-Кобург-Готских, отпрыски знаменитых монарших семей, включая русских императоров и английскую королеву Викторию, которая считала этот город своим родным домом. Главная архитектурная достопримечательность Кобурга – его прекрасно сохранившийся исторический центр, включающий в себя руины средневековой городской стены с воротами и тремя монументальными башнями, а также рыночной площадью с ратушей и магистратом. В центре площади стоит памятник принцу Альберту. Скульптуру подарила городу королева Виктория. Она была замужем за родившимся в Кобурге принцем. Магистрат 17 века, некогда герцогская канцелярия. Ее фасад украшает пышный декор и многоцветная роспись. Дворец Эренбург. Он был построен в середине 16 века на месте францисканского монастыря. В 19 веке тут появился неоготический фасад, дошедший до наших дней. Благодаря ему дворец напоминает замки Англии. Раньше этот замок числился в качестве городской резиденции кобургских герцогов. Здесь провел свое детство принц Альберт, позднее приезжал с королевой Викторией. Сейчас в старинном здании работают музей и библиотека. Билет в музей стоит 4,5 евро. Фото-видеосъемка запрещена. Примечательно, что здесь, в этом замке, в 1894 году состоялась свадьба великого герцога Гессенского с принцессой Викторией, будущей королевой Великобритании. Здесь же произошла и помолвка принцессы Алисы, будущей императрицы Александры Федоровны, с цесаревичем Николаем Романовым, будущим российским императором Николаем II. Церковь Святого Морица – это старейший храм города, посвященный его покровителю, изображение которого в виде мавра до сих пор можно увидеть на гербе этого города. Главная протестантская церковь Кобурга, храм Святого Морица, был построен в XIV веке. Основная достопримечательность Кобурга – это, конечно, знаменитый замок или Кобургская крепость за впечатляющие размеры, богатую историю и царственное положение на высоком холме крепость называют короной Франконии. На высоте 170 метров над городом возвышается одна из самых больших и хорошо сохранившихся в Германии крепостей, построенная в XIII веке. Это вотчина кобургских герцогов. Ниже хранятся их многочисленные коллекции, доспехи, оружие, костюмы, утвари, кареты саней, а также огромная коллекция изделий из венецианского стекла. Другая важная часть собрания герцогов – более двух десятков картин знаменитого немецкого художника Лукаса Кранаха-старшего, плюс собрание голландских и других немецких живописцев. Ну и, конечно, ради захватывающих видов на город и окрестности с смотровых площадок замка сюда обязательно стоит прийти. Взрослый билет в замок стоит 5 евро. Фото-видеосъемка разрешена. Саксен-Кобург-Готен представители этого рода правили и до сих пор правят многими европейскими монархами. Именно благодаря высокому статусу Кобург получил богатейшее архитектурное наследие.